Вакаля Тааля также Всевышний Аллах сказал в суре Шура: «Макунта тадри малькитабу валяль иман». И ты не знал, говорит, о том, что такое книга, и не знал, что такое иман. И в этом, братья, указание опровержения тем людям, которые начинают спорить из-за темы имана, опираясь на какие-то философские выводы и не опираясь на Коран и Сунна. Начинают говорить, это является шарт иман сиха или шарту, не знаю чего там и так далее, и тому подобное. Подожди, брат, подожди, остановись. И начинают друг друга такфирить, мурджитами, хариджитами называть. Подождите, подождите, остановите. Всевышний Аллах Субхан сказал: «Ма кунта тадри малькитабу валяль иман». Ты не знал, что такое книга, не знал, что такое иман. То есть то, что иман, что из себя представляет, то, что он язиду, ваянкус и так далее. То есть то, что ты узнал, узнал от Всевышнего Аллаха, либо в Коране, либо в откровениях, которые пришли в виде сунны Пророка. Поэтому если кто-то говорит об имане, кто-то говорит о вопросах имана, он должен говорить только на основе Корана и сунны. И поэтому мы понимаем, в чем разница праведных предшественников и современников. Праведный предшественник говорит, тот, кто говорит, что иман, слова, дела и убеждения растет и уменьшается, он, говорит, не причастен к мурджизму. В наше же время просто ты мне, твое лицо не нравится, поэтому ты мурджиит. Просто вот лицо твое не нравится. Понимаете? Потому что эти люди не опираются на Коран и не опираются на сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А в вопросах имана, если хочешь говорить, говори только исходя из Корана и сунны. И поэтому шейх Мухаммад ибн Салих аль-Утаймин сказал в шархе на Арбаин Нававия, что то, что происходит в наше время, когда люди начинают говорить, это условия обязательности, условия полноты и так далее. Он говорит, сахабы об этом не говорили, праведные предшественники об этом не говорили, об этом в Коране и сунне не сказано. А сказано, что Коран — это слова, дела и убеждения, увеличивается, уменьшается, и тема закрыта.